Привет, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить рейдж. В последней серии мы уничтожили банду машиноголовых. Теперь нам нужно вернуться к Редстоуну и посмотреть на его реакцию. Благодарности от него особо я не рассчитываю получить, потому что он козлина та еще. Но, по крайней мере, может даст новую работу. Потому что новая работа — это хорошо. Не хочу особо с ним воевать, честно говоря. Потому что это долго, они тоже стали какие-то бронированные. Я не люблю с бронированными воевать, это довольно-таки утомительно. Так, подчиниться нам не надо, я только что подчинился с помощью приблуды. Ну все, выйти в подземку. Хорошо. Добрый день. Слушай меня внимательно. В городе появились патрули правительства. Они пока не знают, как ты выглядишь, но рисковать все-таки нельзя. Отправляйся к капитану маршалу немедленно. Опа, какой поворот. Капитан маршал у нас здесь, по-моему, если мне не изменяет память. Тихо, не палимся. Что-то повернулось ко мне. Я вступила в сопротивление после работы с генералом Кроссом в старом городе. У меня не было выбора после того, как я поняла, что нанотриты можно использовать для спасения мутантов, а не подчинения. Мои исследования показали, что мутантов можно излечить с помощью перепрограммированных нанотритов. Капитан Маршал помог мне устроить небольшую лабораторию, чтобы я могла продолжать свои эксперименты. Бла-бла-бла, понятно. Маршал, иди сюда. Короче, что у нас такое? Не зли его, но и особо не сближайся с ним. Теперь важно. В городе ходят патрули правительства. К счастью, они не знают, как ты выглядишь, но мы должны действовать быстро. Поговори с Лассардом, он расшифровывает данные с твоего диска. Лассард? Как сказал капитан, нам очень нужна информация с твоего диска. Но обычный дешифратор не позволяет мне считать все данные. Боюсь, чтобы добраться до закрытых данных, мне понадобится еще один дешифратор. Поэтому ты здесь. Круто. Чё-то мне надо. Капитан получил сообщение с севера. Говорят, в долине шакалов поднялся ковчег. Знаешь, если шакалы наткнулись на ковчег, его обитатели уже мертвы. Но шакалы могли не тронуть сам ковчег. А значит, дешифратор не пострадал, и ты можешь отправиться туда и принести его. Так что иди на север, к долине шакалов, найди ковчег, если он там, и достань дешифратор. Ну, давайте попробуем. Шакалы — крайне опасный бандитский клан. Береги себя. Я надеюсь, они не пуль непробиваемые, что у них по два рожка надо всаживать в тело для убийства. Если нет, то все нормально. Потому что, ох, как меня упарили эти машиноголовые. В них стреляешь, 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 а им хоть бы хны. Так, я могу сходить туда, к этой, к своей подружке сисястой? Или нельзя? Потому что я бы хотел купить патронов. Будь осторожен, там стражи. И там магазин. Упс, добрый день. На-на-на-на. Привет. Знаешь, ни одной у меня всегда первоклассный товар. Во всей пустоши есть люди, что борются за выживание. Так, что я тебя хотел? Я тебя хотел улучшение брони. Парочку гранат. Хотя у меня их три. Нет, не надо. Так, патрончики. Толстячков. Потом на машину.
пусть 3000 будет. Дальше. Ракеты, кстати. А у меня их 52, что ли? Хрен знает. Сейчас будем разбираться, кстати говоря, как пускать ракеты. А то народ очень любит, судя по всему, ракеты. Так, хорошо закупились. Что у нас? Понятно, ракета Гадюка. Так. И патроны на этот пулемет. Да, в принципе, все отлично. Нужна помощь? Заходи. Броня у меня теперь получше. Так, что тут у нас еще какие изменения? От этих правительственных агентов. Приятель. Да, плевать. Правительство. Привет. Привет. В прошлой гонке я проиграл кучу денег, зато теперь я знаю, что ставить надо на тебя. Так, ну что, поехали. Настроить. Назад. Ракет у нас целых 52 штуки, а я их не пользую. Так, сейчас будем смотреть, какой кнопкой их пускать. Зайдем в настройки. Клавиатура, мышь, управление. Управление техникой. Так, ускоритель. Огонь. А, колесиком переключается. Понятно. О, мама, что? Ну, давайте попробуем. Ха-ха, ракета тут тащит. Ладно. Так, у нас кроме чинилки-то ничего нет. Надо было щит купить. Ну ладно, деньги уже потратили. В принципе, неплохо потратили. Что-то мне не внушает, надо сказать. Данная локация какая-то она жутковатая. Да блин. Все забываю, что на контроле здесь переключение оружия. Обычно у меня на контроле стоит приседать. Но здесь не так. Так, это что за волчонок? Ты посмотри, да? Не, с дизайном в игре все очень хорошо. По поводу дизайна вообще без претензий. Блин, надо было в магазине всякий мусор продать. То, что у меня в инвентаре лежит. Ну ладно, он мне, в принципе, запас карман не тянет, пригодится, может, сказать. Так. Хорошо. Пожалуйста, остановись. Упс. Упс. Что-то мы косить сегодня изволим. Все, наконец-то. Так, еще сохранимся. Береженого Бог бережет. И открываем, что ли? Нет. Так, что тут делать? Идем сюда.
Настенная живопись. Эй! Остановись! Тихо! Тише! Нет, все, умер наконец-то. Давайте побегаем с арбалетом. Хедшот их не убивает из арбалета, это обалдеть. Что ж такое? Я тебе в голову попал. Все, кажется. Фу. Там еще что-ли кто-то остался. Но эти вроде хоть, по крайней мере, не такие пули непробиваемые. Это уже хорошо. Ага, ворота открылись, нам надо возвращаться. Да. В этих хоть стрелять можно. А то с машиноголовым воевать было просто утомительно. Тихо. Эй, эй. И это что еще за хрень? Летает тут такая. Блин, вот это прикольно, надо сказать. Дикари такие. Очень круто сделано. Так, вон того сейчас надо снять. Вроде нормально. Ты Тарзан, блин. Вернись, я все прощу. Да, блин. Куда я попал вообще? Охренеть. Натурально, дикари. Тихо. Отлично. Ладно, уж одного пропустим.
Не будем прям совсем со всех лут собирать. Так, тихо. А, я так понимаю. Ой-ой-ой-ой. Нет, я неправильно понял. Вашу ж мать. Так, где я нахожусь? Ой, довольно далеко. Давайте-ка я пока выключу запись, как там же буду. И продолжаем. Так. Почему я тут упал? Я думал, мне надо. А, вот. Вон оно, что, Михалыч. Тихо, это что, это где? А вот и. Извини. Ой, мне хана, мне хана. Да, я так и думал. О, блин, надо. Ой, надо отсидеться. Что-то смотри, нагибают. Не качеством, так и количеством, как говорится. Так. Это, я думаю, вам понравится. Тихо. Твою же мать, это что такое? Что-то как-то сложно стало выживать, надо сказать. Блин, да что у него? Пора валить вон за ту стенку. Только сначала надо бочку взорвать. Не надо. Сохраняемся. Что-то сложно стало, сложно. Сказывается, конечно, то, что я уставший, но это не оправдание. Действительно, сложность возросла довольно-таки. А харе уже. Довольно-таки сильно возросла. Вашу ж мать. Че это вообще за ветра дует тут? Ночной цвет, это хорошо. Лифт какой-то, что ли? А что печально, то что у них практически нет патронов. То есть, когда у меня мое кончится, станет довольно-таки весело. Вашу мать, да тут ты взялся? Охренеть. Окопались, ваши же мать. Ой, блин, не та кнопка. Ай-яй-яй. Сейчас все будет. Так, давай в хламе и вручай. Что-то мне туго приходится тут. Так.
Ой, молодец, ой, молодец какой. Давайте сохранимся. Что-то меня тут часто убивают. Варфоломей, свали с дороги. Вашу мать. Пусть пока идет, убивает их там. Ладно, ладно. Все равно мы пока живы, они мертвы. Это хорошо. Сейчас наверняка оттуда побегут. Ой, уйди с дороги, уйди, уйди. Мешается, понимаешь? Взять их. Чё, там никого нет, что ли? Ну ладно. Варфоломей, ты где? Ой, тупой, ой, тупое. Давай, давай. Давай, ты сможешь. Давай. Иди ко мне. Ну, вот молодец. Куда уж я без Варфоломеюшки-то. Не трогай моего робота. Так, я чувствую, это будет... Что-то будет, короче. Давай, атакуй. Что у нас здесь? Все, хана моему верному роботу. И, судя по всему, и мне тоже. Откуда, бляха-муха? Фу, так. Чего у нас больше? Этого у нас мало. Этого у нас... нет, это не мини-ракета, нам не нужны. Картечь. Тоже мало. Давайте пока с дробовиком походим.
коты. Неплохо так тут обустроились дикари, понимаешь. Что там такое было? История об этом умалчивает, короче говоря. Ой, блях. Ты откуда взялся? Воин, мать твою, за ногу. Так, что у нас? Набор деталей. Мамаши. Ну ладно. Хорошо, так предлагаете мне пистолет. То почему бы и нет? Отлично. Давайте-ка сохранимся, потому что я чувствую, сейчас что-то будет нехорошее. Давай-давай-давай! Да блин! Ладно, не так уж и страшно оказалось. Вот у нас ковчег, насколько я вижу, да? Свободен. Надеюсь, там никого нет больше. Вашу ж мать. Мы молимся за вас. Удачи. Так, ну и чё? Я надеюсь, это будет не очень сложно. Давайте выходим. Неплохо. Я что-то не посмотрел даже, на чем это я. Это типа такой транспорт у них, что ли? Да. С фантазией разработчиков, в принципе, порядок полный. А вот с руками не очень. Уже сколько времени прошло с момента выхода, а подгрузки текстур все еще в некоторых моментах имеются. Да что ж ты не дохнешь-то? Что я вижу? Да, с моей меткостью только с таким оружием пользуются. Так, как тебя, значит, взять? Вот так? Ну ладно. Было весело. Мне понравились эти враги. Они довольно быстро подыхают и довольно-таки необычные. А, ну и, в принципе, ладно, я думаю, на этом мы завершим эту серию.
Вернемся в ковчег. Ой, какой ковчег. Подземку следующий. И посмотрим, что у нас в итоге получится. Такие дела. Надеюсь, вам все понравилось. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока. We'll be right back.